Все, у нас картошка есть и хорошая. Теперь спускать. Да, она на машине пока хорошая такая картошка, прикинь. С виду он хороший. Там. Она сбо. Это знаешь где? Этот питомник, это в Нижнекамском районе. Он блядь, на этих на удобрениях выращенный. Так, что ты кушала? Потому он крупный, а? Что ты кушала? Сапсарапки? Ножки? Нет, не ножки, это шея индюка. Ух ты! Нет, не стоит его покупать. Если хочешь, кушай. Нет, я не кушаю. Что, почему нельзя? А? Почему нельзя? Она как в своем огороде не росла. Она на удобрениях росла. Айда мы с тобой весной купим бройлеров. Штук 10. Я не против, но только когда мы на ведь кормки разыскали. 4 мешка хватает комбикорма, хватает 4 тысячи, да. Комбиком 4 тысячи будет. А дай купим для себя. Посмотрим, и самбулки. Да, аминь. Марк у нас мясо сегодня ел, видите? Эти шейки индюка. Дома тепло, нет? Тепло. Филадельфия. Не стоит шейки эти покупать. Одни кости. Да? Да. Так лучше куриный тогда купить, да? Куриный лучше купить. Да, куриный лучше. Угу. Куриный отход. Надо и мясо сюда бараном. У тебя здесь так темно, кстати. Одна лампочка горит, да? Да. Две надо поставить. Поставим еще. Или палочка оливалась. Поели, мин ошкулемели. А, суп будешь? Ну-ка давай, покажи, какой у тебя суп вкусный. Суп вкусный, попробуй. Не буду я есть. А-а-а. Мам, я же голодую, ты че уж? Издеваешься, что ли? Опять морковку. Мы с Софьей решили, знаешь, что купить? А? Морозильную камеру. Не торопитесь пока. Не сейчас, 15. На зиму глядя не надо. Нет, мы хотим. Куда? Ну, мясо будем покупать, мясо. Ты че? Да. Мясо на круглый год. Нет, мы хотим мясо купить и делать фарш. Все. Не хлебтом нам и сами консерс. Мы же не на твои деньги будем покупать, на свои. Ну, хоть надо. И что? Все равно припасите. Зачем припасти? У нас всегда деньги есть. Припасите. Все, пошла, короче. Купим мы. Дома мамки хорошо, мамки.